Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Skoda Octavia 2013 года выпуска, двигатель 1.8 DSG, передний привод. Пробег на автомобиле 191 тысяча километров. Заменим свечи зажигания и заодно проверим, сразу компрессию померим. Открываю капот. Открываю крышку. Снимаю разъемы. Снимаю катушки. Головка на 10. Продую. Свечной на 16. Нагар хороший, свеча NGK, фольксвагеновская. Здесь немножко как обогащенная. Лицо слетает со свечи. Тоже немножко зад как обогащенный. Ну а на четвертом вообще богатая черная свеча. Bosch стоит. Свечи выкрутил. Нажимаем полный газ и по очереди измеряем. Давай, крути. С газом? Да, да.
хорош. Уф, 10,5. Крути. Хорош. 11. Ну, первый тоже до 11 додержит. Давай. Давай. Крути. Хорош. Ну, все, в принципе, одинаковые. Беру новые свечи, оригинальные, 06К90-560-1Б. NGK, как положено. Беру динамометрический ключ, 25 килограмм, вернее 25 ньютон-метров, это 2,5 килограмма, и затягиваю. Ставлю на место катушки. И наживляю шпильки.
сильно перетягивать не нужно. Если по динамо, то 9 ньютон. Пробуем, запускаем. Слушай, все, на этом замену свечей я закончил. Всего вам доброго.